И всем привет, друзья, с вами тот самый опаснейший Феликс, и прям-таки сейчас я нахожусь в Майнкрафте 1.8.9. Вы только прикиньте, насколько он старый. Ох, друзья, сегодня нас ждет настоящая полная жесть, потому что нам придется умирать. Дамы и господа, представляю вам 30 глупых способов умереть в Майнкрафте, понимаете? Ух, и хорошо, что это только игра. А еще вы, кстати, лайк должны поставить, если не знали об этом. А еще и подписаться на канал, если ты этого еще не сделал, но мы читаем мысли друг друга. Ведь это всего лишь взять чуть-чуть, промотать меня ниже, нажать на кнопку лайка, кнопку подписки. Подписки и все. Поэтому дерзайте, чуваки, а я буду мучить себя. Так, здесь у нас что-то написано на английском. Карта чертовски старая, потому что и версия старая, ну это логично. Так, я не понимаю, почему я тут медлю. Короче, погнали. Так, значит, посмотрите, эти все коробки, это разные левела. И первая коробка, что мне нужно здесь делать? Я вижу один сундук, но подождите, давайте посмотрим, что у нас вокруг. Куча-куча разных мест, и тут написаны даже разные нумерации. И всего лишь, да-да-да, вон, 30 ways in die. Ну, American boy строили эту карту. What to do? Ладно, нет, я не буду это проверять. Мне нужно сначала посмотреть сюда. О, ну здесь уже сразу все понятно. Мы просто берем раз, раз, два, три, четыре, пять. Прыгаем. Хоп, 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 хоп. Все, забираемся. И, ну, это, в принципе, самый простой способ. Просто ставим огромную лестницу. Ну и медленно, медленно валим себя, блин. Такая-то кнопка. А, показывает нам то, что у нас первый левел, напоминает нам. Прикольно. Спасибо, сам бы я не догадался до этого. Так, мне бы проголодаться. Еще жалко себя топором долбануть нельзя в Майнкрафте. Так, осталось еще чуть-чуть. Опа. Отлично, окей, первый левел пройден. Уже второй левел, хорошо, отлично. Так, посмотрим, что у нас здесь, непонятно. А, нет, я прекрасно понял, что уже здесь есть. Даже не нужно, а это, я так понимаю, это у нас подсказки, да? В принципе, я здесь все равно ничего не понимаю, но я так понимаю, то, что мне нужно сделать какую-то коробку. Ну, например, можно сделать вот такую коробочку. Хорошо, пускай будет так. И просто разлить вот сюда водички. После этого я просто ныряю сюда и жду. Ну да, честно говоря, не самое крутое, клевое занятие в Майнкрафте, потому что вот это вообще, блин, для нубов. Я считаю, в воде умереть. Это как вообще такое возможно? Ну, окей, второй способ у нас готов. Отлично, второй раз мы уже все нормально. Опа, это что такое? Чуваки, ну что-то это максимально просто. Почему они прикалываются? Оу, дырень какая-то. Так, и что же здесь написано? Fall to lava and die. Оу, серьезно, что ли? Ну ладно, прыгаем в лаву, как говорится. Раз, два, три, ба. Стоп, я не выиграл. Подождите, этого. Я потому что упал в лаву. Я так понял, мне не надо падать в лаву. Стоп, почему? О, все нормально, я упал нормально в лаву. А, видимо, надо было ровно в нее приземлиться. Ну хорошо, окей, левел 4, так уж и быть. Так, здесь у нас что? Это у нас антигравити позже, что? Я не понимаю, что это такое, но допустим. Ладно, так, секунду. Больше ничего в сундуке нет, здесь ничего нет. Больше, вот серьезно, я ничего такого не вижу. И здесь, в принципе. Ладно, просто кидаю ее на себя. И что нифига. Что? Комнату перевернула, прикиньте. Я понял, что мне нужно делать. Нифига, то есть мне нужно кидать в себя. Опа, опять кидать себя, опа, опа, опа. И постоянно будет комната это переворачиваться. Как это классно сделано. И я буду подыхать. Нифига. Ну, это, конечно, очень странно и своеобразно. Ой, ладно, понял. Ни хрена себе, это у нас был такой четвертый способ. Короче, в комментариях пишите способы, которые вам больше всего понравились. Блин, как-то странно. Записывайте способы умереть в Майнкрафте, которые вам больше всего понравились. Как-то действительно звучит странно. Ох, какая-то куча всего здесь у нас лежит. Но даже не знаю. А, нет, я понял, что это такое. Но правда, в механизмах я совсем не шарю. Но нам нужно сделать так, чтобы я так понял, в нас стрелял вот этот самый раздатчик. Кинуть сюда стрелы всякие. Я могу, конечно, сделать какую-нибудь сложную конструкцию, но на самом деле я сделаю просто, знаете как, ой, я сделаю просто так. Буду ставить, буду ставить, буду ставить. Ну и все, в принципе, проще простого. А, я-то думал то, что будет что-то сложное. Ну ладно, окей. Я уже думал, какой-то жесткий механизм надо будет строить и прочее. Ну ладно, опа, да, понятно. Так, шестой левел, значит. 5 левелов позади, хорошо. Незерак и фаер. Ну, это проще простого, чуваки. Это очень простой способ. Нам надо просто взять и поджечь это дело, я так понял. И все. Да, ну это слишком простой способ. Так, окей, 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 окей. The tree trap. Так, что у нас в этом сундуке? Топор, отлично. Подсказка. Ну ладно, давайте мы срубим дерево. О, господи, охренеть, сколько всего здесь. Неужто этот. Так. Понял, 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 не дурак. Так, ну ладно, седьмой способ был достаточно простым. Надо было просто срубить дерево. Это что такое? Так, ну я не уверен, что этот способ сейчас работает, потому что наковальня, она же ломается, как бы, ну вот, все дела. Так, опа, бам. Нифига, ну конечно, да, она наносит очень много урона. Давай-ка, последний раз. Опа, наковальня, опа, и бам. И последний раз, главное не успеть захилиться, потому что она же может ломаться, я так понял. Опа, и баунс. Фух, целых 8 левелов у нас позади, да, отлично. Так, теперь нам остается, что же, что?
тоже сейчас меня ждет. Так, опять вижу 64 блока и вижу кирку. Так, для чего же мне это странно? Здесь стоит кнопочка день, а здесь стоит кнопочка ночь. И если я поставлю... А, да, будет ночь, хорошо. А, я понял, как это дело работает. Смотрите, что нам надо просто, оказывается, лечь спать и встать хотя бы. А, нет, но надо опять попробовать. Опа, опа. Надеюсь, я все правильно делаю, так как я думаю. Так, мне нужно поближе к кровати встать. Опа, все, теперь мне нужно как-то встать. Да опять, да господи, нет, это не так работает. Подождите, пацаны. Теперь я встаю и супер, это все сработало. Нифига, я даже не задумывался о таком способе. Лол, это кстати, кто таким образом погибал когда-либо? Так, 9 комнат позади. Что у нас здесь? А, кирка алмазная, понятно, опять. Но это, конечно, вечно гореть не будет. Что нам нужно сделать для этого? Я так понял, нам нужно отправиться в ад. Подождите. Да, чуваки, ровно блоки хватают на ад. И мы, наверное, просто туда отправимся сейчас. Окей, посмотрим, что там есть. А, ну понятно. Здесь я могу нырнуть в лаву. Ну, а вообще любой способ выбрать, честно говоря. О, господи, что? Ни хрена меня подкидывает здесь. Ну да, чтобы специально побыстрее чуть-чуть это произошло. Так, отлично, 11 левел. И, чуваки, я надеюсь, вы до сих пор не забыли про лайки, потому что это очень важно. И всего лишь 10 способов позади. Так, нам нужно скорее, нам нужно ускоряться, серьезно. Так, здесь нам нужно сделать уже портал немного в другой мир, а именно в Эндермир. И поэтому сейчас я уже сделал все, что нужно. Но, чуваки, в этом я спец в создании порталов. Просто отправляемся сюда. И получается так. О, господи, мне нужно неужели погибнуть сейчас от дракона Эндера? Ну, а подождите, наверное, я буду подыхать не от дракона, а просто прыгну в бездну, потому что он нифига не спустится сейчас. Опа, спасибо большое, нормально, просто достаточно. Так, ну и в принципе еще один способ позади. Так, 12 левел, снова у меня есть только сундук. И, ну окей, это понятно, это очень просто. Бамц, бамц. Так, отлично, у меня за раз бывает, получается выпустить целых 2 стрелы. Отлично, так, 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 чуть-чуть совсем осталось. Так, и половинка сердечка, супер. И еще один способ позади. Хангер, голодный. Так, ну подождите, я так понял, то, что мне здесь нужно умереть от голода. Ну ладно, без проблем, в принципе, это очень просто. И нам надо просто побегать. Будем бегать, 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 чтобы голод быстрее тратился. Ну и, друзья, пока я здесь подыхаю от голода, хочу вам напомнить, что если вам нужна лицензия Майнкрафта или какая-либо другая игра, помните, что у меня есть собственный магазин, где вы можете приобрести и где вас не кинут. Если что, ссылка есть в описании. А тем временем у меня осталось всего лишь половинка сердечка. И, пожалуйста, отлично, все, супер. Так, левел 14. Меня напрягает, что здесь везде ночь. Потому что я поставил ночь в одном левеле и все. Так, ладно, но это нечестно совсем. Так, что здесь? Эндерперлы. Здесь, кстати говоря, очень просто. Нам надо просто коцаться этим всем. Опа, 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 опа. Все, супер. И еще один левел позади. Осталось всего 15 левелов впереди. Так, Wedger Bottle и просто какой-то шлем. А, я мог поставить день все это время, господи. Так, я выпиваю водичку. И что? Jump Boost? Нифига. Ну, здесь, в принципе, понятно. Хорошо, я буду просто... Нет. Так, я выпил Jump Boost, но почему-то это все равно... Так, ну, окей, надену шапочку. А что делает шапочка? Но Jump Boost никаким образом меня не коцает. Так, надо, наверное, еще выпить. Давайте выпьем еще. Окей. А, нет, это не то. И мы должны, видимо, сделать это все побыстрее. И это все разные водички. Тут разные всякие вещества лежат. Хорошо, выпиваю еще. А, пошло отравление. Тут они не подписаны совсем, понимаете? Так, я хочу еще выпить. Ну-ка, 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 ну-ка. А, так, здесь достаем Сент. Ой, чуваки, это, наверное, один из самых старых способов, древних способов, вот серьезно. И еще раньше в песке можно было так прятаться, просто закапывать себя и прятаться, помните, да, наверное? А сейчас это один из способов подохнуть в Майнкрафте, блин, понятно. Так, 17 левел, привет. Так, а что нам здесь нужно делать? Так, комната, комната полностью пустая. Есть только одна кнопка и больше ничего. В инвентаре у меня ничего нет, здесь... А, понятно, иногда все-таки на эту кнопку нужно нажимать, я так понял. Так, это 18 левел, у нас тут стоит, значит, водичка, здравствуйте. И здесь у нас стоит сундучок снова. О, господи, неужто нам придется варить разные зелья? А, точно, варочная стойка, а здесь водичка. Хорошо, забираем себе водички сразу. Ай, чуваки, я совсем этого варить не умею, но хорошо. Так, по-моему, нам нужен адский нарост, что ли, или нет? Так, похоже, я понял, как все это делается. Сначала нам надо положить вот это, арбузик. После арбузиков мы должны положить вот эту тему, отравление. Так, отлично, все работает, и теперь нам нужно просто увеличить этот самый эффект. Супер. Так, ну хотя бы что-то я научился варить, ладно. Но я не знаю, в новых версиях Майнкрафта так это все или нет. Так, супер, мы получаем instant damage 2 левела. И нифига мы сносим себе. Так, отлично, неплохо. Ну и супер. Эх, зелье всегда при моей слабости. Снова пустота. Ой, здрасте. Так, а что у нас там? Ничего не вижу, абсолютно ничего не вижу. Так, что у нас? Look up. О, господи, вау. Опять все-таки эта кнопка понадобилась. До свидания. Как это жестко, жестоко, понимаете?
смотрите. О, это уже сразу здесь заработало. Мне даже ничего делать не надо. Понятно? Так, и здесь у нас какой-то лабиринт. Кстати говоря, достаточно большая коробка. Ладно, так, а свинюшка, ты зачем нам так? Ну ладно, я все-таки. Я понял, для чего нам свинья. Я пошел так проходить. Окей, ну привет. Как дела? У тебя как жизнь, как погода? Азаза, мне нравятся ноги твои и глаза. Ну, в общем, я здесь с морковкой стою, но ей, я так понял, насрать. Мне нужно, чтобы ты шла. Давай, давай, свинюшка. Пойдем, двигайся, куда я показываю тебе. А, блин, я думал то, что мы здесь будем дохнуть. Ну, как-то странно, то, что я не получаю урон от того, что я нахожусь в блоках, можно сказать. Видите, даже F5 не могу нормально нажать. О, нет, привет, спасибо. Ну, в принципе, неплохой способ, нормально. Так, 22-й способ, уже совсем чуть-чуть осталось. Здрасте, ой, привет, спасибо за седло. Так, и что нам нужно сделать, я не понимаю. Так, ну, подождите, мне же не на что. О, привет, Pawn Horse, о, мне нужно сесть на лошадку. Хорошо, привет, как дела? Опа, тихо. Так, и нам нужно просто взять и прыгать. А, бедная лошадка, надеюсь, с тобой все нормально. Так, и 23-й левел, тут для чего-то валяются разные блоки. Здесь что-то написано, what to do. Оу, щит, тут что-то раздолбанное. Я так понял, сюда, видимо, отлетел динамит или что. Но я, кстати говоря, заметил здесь рычаг очень странный. И, видимо, мне нужно туда забраться, что ли, подождите. Опа, поехала вагонетка. А, ну все понятно. Так, ну подождите. По-моему, этот левел сломанный. А, нет, или не сломанный, привет. Но, чуваки, оно немного криво улетело. По идее, она должна была заехать вот сюда. Именно вот сюда. Ну хорошо, давайте еще один испытаем такой. Все понятно. Я даже не успел перейти в нормальный режим, нажал кнопку, идиот. Ну, в общем, теперь этот способ сработал. Нормально, я там кое-что подправил, но ничего. Просто тут немного не учли, что динамит может нормально так отлететь. И, видимо, он попал туда, куда не надо. Так, ну здесь я должен дохнуть просто об эти кактусы. Нет, это очень мучительная смерть, не хочу. Поэтому кактусы ваши взяла, так уж и быть. Ну все, да. 25-й способ, сколько всего А, понятно, я... Что? Так, ну хорошо, 26-й способ. Так, что у нас здесь есть? Привет, ничего. Здесь тоже нет ничего, нам все, понял. Забираем пластинку, нажимаем... Понятно, спасибо. Так, и 27-й способ. Здесь нам нужно также нажать на кнопку. Я получаю эту тему и просто... Серьезно, этот способ уже был. Мне надо филонить, эй. Так, и 28-й левел. Опять эта кнопка. Да я устал на нее нажимать. Я сам хочу способы испытать. Вот это один из самых жестких способов, чуваки. Очень жесткий способ. Мне просто достаточно наспавнить здесь куча козлов и ударить одного. И что, если я заспавню целый стак даже? А ну-ка, давайте целый стак. И надо достаточно просто нажать на одну кнопку. Точнее, ударить. Бенгер. О, все, West Coast, западное побережье, обосрался. Так, 29-й способ, осталось целых 2 способа. И я надеюсь, друзья, вы не забыли влепить лайк и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали, поняли? Так, ну что же, снова нажимаем на кнопочку и получаем уже вот этих говнюков. Ну, ясно, они уже здесь филонят, так неинтересно. Ладно, привет, пацаны, ну, это все понятно. Так, и 30-й левел, ладно, смотрим, что это такое. Нажимаем на кнопочку и молния, серьезно, что ли, молния? Все, это был последний способ, прикалывайте, что-то он какой-то был быстрый. Так, ну что же, все 30 способов мы перепробовали. Я надеюсь, вы не забыли влепить лайки и подписаться на канал. Ну а с вами был тот самый опаснейший Феликс. Всем спасибо за просмотр этого ролика. Не забывайте заглядывать в описание. Всем спасибо и всем пока-пока.